Вместо крылатера, а это кого? Сейчас вам все скажу. Платина Сапирона, такая, понимаете? Так, все, здесь сейчас вон зайду, шкаф поставлю еще на всякий случай. Или не надо уже? Сейчас посмотрим, кто поднимется. Значит, давай, ты будешь голосом этого рейда. Все слушаем внимательно, что говорит РЛ. Делаем бессмертного. Слушаем внимательно, хуйней не страдаем. Ну, клуб страда, давайте тоже, кстати, сделаем. Что сделаем? Клуб страда. А вы с Сахарона решили начать? Да, поднимайтесь на Сахарона. А суманить больше никого не надо? Шкаф у Сапфирона стоит, сейчас всех сумнут. Окей. Там будет дым, шкаф поставил. Сумойтесь пока, там поднимайтесь на Сапфирона, я сейчас чай замочу. Плюсуйте, кого сумнут. Плюсуйте. Так, все сейчас суманулись, ждем фокуса, сейчас он подойдет. Так, по луту. Еще я не знаю, как обычно ходят тут, групплут или что? Групплут оставим, наверное, да? Да, да. Чтобы... Ауру льда, наверное, надо убрать. Сейчас разберемся с аурами. Да, ауру льда уберите, и друбаф тоже не надо давать. Саншу, подходите все. Фокус, так. Каспу, крест. Все, все готовы, фокус, давай, говори. С чайной пошел. Так, все, я тут. Короче, сделаем ачивку клубста. Надо сейчас, чтобы вы с себя сняли баф. Каску, сняли лапу. Ханты уберите петов своих, потому что у них там тоже какой-то резист есть. Из-за петов она часто не делается. И снимите, пожалуйста, от креста защиту от темной магии. Это тоже хуйня влияет на конченном сервере. Снимаем еще раз лапу, ханты убираем петок, снимаем каску и снимаем защиту от темной магии. Ауру от тьмы тоже, наверное, надо убрать. Ну да, тоже надо убрать, конечно. Нет, огня тоже. От фрост тоже надо ауру убрать. Снимите там свои шмотки на резист обязательно. Ой, ты тоже, наверное, без пета играешь на этом боссе. Рита, холод должен быть не выше 130, это понятно, но она иногда багается даже, блядь, от этой, от креста бафа, вот этой темной магии и так далее. Ну, сервер конченый, поэтому тут постоянно какие-то нюансы свои есть. Поэтому лучше не рисковать и сделать ачивы, потому что у меня их, кстати, тоже нет. А мне осталось очень мало ачивпоинтов до 9000. И кто запорит ачивку, кому, блядь, 5000 ГП будет даст. Снимите, пожалуйста, еще раз защиту от темной магии, снимите лапы, снимите каску, снимите шмотки на резист. Лапу, каску, темной магии, шмотки. Смотри у всех, чтобы было, не было у них. Смотри, когда открываешь писа, информация персонажа, и смотрим, что у тебя в ранге сопротивления везде было по ноль. И все. БДК будешь кончить босса, держишь как синдру. На взлетной фазе будет рандомно кидаться на двух на трех игроков метки, за эти глыбы надо будет спрятаться. Метки кинутся, игроки заморозятся, за них надо будет спрятаться. Не стойте под дождем, тоже дождь тоже хорошо дамажит.
из за глыбы надо будет спрятаться всем. Вас не спасут ваши прочинки там и так далее. Да, такой нету, не хватает 200 с чем-то чекпоинт. Даже не 200, 160. Чекай его. У тебя ассист. А каски и прото, это каски убирать надо. Кек, кулаки всем кастам тогда. На ДК, на пул. На ДК. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас не было вот этих бахов. Темная магия, там, лапа, каска, фигаска. Каска прото, это каска или обычная? Нет, обычная. А значит, прото можно. МК дайте всем. Давайте поактивнее все делаем. Сова снял, нет? Мы все готовы, наверное, можно начинать стрелять. Слушайте, скажушная фаза сейчас. Сейчас надо будет за глыбы прятаться. Прячьте за глыбы. Восстание. Ну, как я и говорю, постоянно какая-то проблема. То у бета там резист какой-то, то еще что-то. Все, может и давать бафы там лапы, приятно. Значит, основные положения тут расскажешь, а я хочу кое-что уточнить. В десятке мы чуть не вайпнулись. Значит, есть у босса такая способность, которая замораживает трех, по-моему, в десятке, по-моему, одного человека случайного. Так вот, кто находится в радиусе 8 метров от этого человека, тот тоже эту заморозку получает. Там дается стан. Сейчас запустишь, блин. Сейчас запустишь босса. Куда идешь? Отойди к нам обратно. Сейчас все расскажет фокус. Значит, смотрите, там дается стан на 4 или там на 5 секунд. Короче, там 4 тика происходит по 26% вашего хп. Чтобы люди не умерли, нужно захватывать рейд хорошо. Это касается Эльдрул, ДЦ, Хули Креста. Вот. И еще, если танк заморозится, то есть если милики будут близко к танку стоять, то тоже может ему пизда прийти. Поэтому милики, будете стоять от танка далеко, метров на 10, желательно с максимальным рейндж этого от босса. Танк на максимальном рейнже перед лицом босса, милики на максимальном рейнже сзади босса, слева, справа, сзади. Понятно? А это два танка будут идти? Двух хватит танков или третьего? Давай, а кто третий танк? Сейчас я так разбираюсь. Если на вас кидается синий дебаф, вам надо выбежать из рейда.
Это тех касается, у кого есть мана. Вот. Если... Сейчас. Смотрите, короче, механика босса не отличается ничем, грубо говоря, от десятки. Единственный нюанс в 25-ке то, что Лич иногда контролит кого-то. В общем, первую фазу будем стоять все в центре, будет выходить трэш, будем заливать трэш. В приоритете заливать баншу, потому что банша, когда доходит до рейда, там порядка 10-15 игроков, она выкидывает с круга. То есть надо будет назад забежать, мало ли там вас трэш какой-нибудь зацепит, убьет и так далее. Когда переходим на вторую фазу, на второй фазе есть особенности такие, будут появляться трэш, который будет держать протопал. Протопал Белин, да, у нас? Есть Белин, у Белина, и у Виталия еще протопал есть. Давай, Миша, ты пока в протопале побудешь, Виталия подамажит. Миш, на тебе на второй фазе будет трэш, ПДК на боссе будет сидеть. На второй фазе босс будет, помимо того, что он будет контролить, будет кидать на одного человека случайного дебаф, называется взрыв маны. В общем, с этим дебафом надо будет выбегать на ренджу. Потому что этот дебаф, когда взрывается, он наносит столько урона окружающим, сколько у вас в данный момент находится маны. Поэтому лучше выбежать, там рендж, по-моему, 8 метров. Надо будет выбежать, если на вас этот дебаф. Он взорвется, забегаете назад в рейд. Второй нюанс. Иногда берет босс контроль рандомных людей. То есть этих людей надо будет законтролить, как вы делаете это там на леди и так далее. Первая и вторая группа на второй фазе будет играть с левой стороны круга. Четвертая и пятая группа будет играть с правой стороны круга. Мили игроки будут играть в центре. Босса тоже держите в центре. В круге, в смысле. И будьте внимательны, когда кинется контроль, людей надо будет законтролить. Не убить их, блять, а законтролить. Еще момент на второй фазе. Периодически, как на алгалоне, будет появляться под ногами красная метка. С этой метки надо выбегать. Если вы с нее не выбежите, она либо вас заморозит, либо нанесет охуевший урон и так далее. Ну, в общем, все печально будет. Если есть вопросы какие-то, задавайте. Там трэш хотел сказать, что очень сильно бьет в конце фазы. Третий. Еще кое-что. Так что танки выйти. По-моему, жуков появляется по два с каждой стороны, поэтому надо два танка на них, а не один. Жуки. Давай, Миша, Алик, на всякий случай еще в танка. Лучше спектр. Миша будешь с левой стороны жуков на второй фазе держать, Виталий с правой стороны. Да, я еще скажу, сейчас вот мы будем на первой фазе, толстяки будут идти, вот они очень сильно бьют даже по танкам, где-то по 30к, если вы начнете их бить до того, как танк их на себя сагрил, то они вас ваншотнут, это 100%. Так что смотрите внимательно, чтобы сначала танки начали их бить, набрали на них какой-то агро, уже потом по ним играть. Еще есть такая тема, значит, когда берет людей в контроль, по-моему, надо сливать капли, так же, как на леди. И самый лучший контроль это у нас вихрь. Помимо вихря, хилы должны на максимуме хилить, там, я не знаю, может быть, даже гимны отдавать стоит. Потому что, ну, велик шанс, что кого-то убьет. Сколько он тут? Три тела в контроль берет или одно? Три, по-моему. И вот. Тут по-хорошему, знаете, ну вот как мы делали в рейде с Нейрой, там все милики сняли пушки, как только мы перешли на вторую фазу. И когда они законтролились, они не дамажили. Да, имеют. Фурики просто, они проживают вот это, в первой ветке, вот этот вот последний скилл, крутилку. Такая вот штука есть. То есть, несмотря на то, что они в другой ветке, они все равно в контроле ее прожимают. И их никак не сконтролишь, они просто весь рейд поэтому могут. Значит, сделайте так, чтобы вы убрали шмотки. Это касается фуриков, ретриков. И, ну, капли. Можете просто вообще оружие свое снять, которое дождь. Пушки, не надо ничего снимать, просто пухи снимайте, как на вторую фазу перейдем. Ну, это миликов касается. Чекай, да. Давай ты чекай, это самое, у тебя ассист есть. Еще раз напомню, первая, вторая группа на второй фазе будет играть с левой стороны, четвертая, пятая с правой. Танки, еще раз скажи, с какой стороны? С левой стороны? Миша с левой стороны, ты с правой стороны. А до бутана будет. Я не знаю, у меня постоянно проблемы с микрофоном, поэтому, блядь, я ничего с этим поделать не могу. Все, можно начинать, блин. Так мне получается босса что, в центр круга вести потом?
Да, 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 на второй фазе ты его ставишь в центр круга. И там стоит. Где еще танки? Справа там кто-то должен стоит кончить. Да. Виталь, смотри, вот где Миша играет, ты примерно так же туда выйдете. Только лишнего не тащите. Мальчишка. Виталь. Большого забери. Центр. Виталий, вот там у тебя большой, он в текстурах разлит, там уже он сейчас вылезет. Большой. Фаза 27. Давайте расходитесь по местам. ДДК босса. Попроще играть. Сейчас вот прям предельно внимательно. Красный. Снимите пухи. Снимайте пухи, капли сливайте быстрее. Подождите, нет. Роджер. Я на танке пушку не буду снимать. У меня есть выбеги с рейну. А ты может Геру, не? Да, кстати, Геру дайте. Это лучше после контроля. Ну ладно, как-то лучше. Контроль дайте. Контроль, совет. Совет станцал. Прохиливает гимн на хп пристыль.
Саншу отбеги, Экс Обливиан, отбеги. Просто контроля вышли, по местам ставим. Жуков ловите. Да бляха, че он недоступен, чтобы его сюда... Красная метка. Хант, выбеги с рейда. Хант, выбеги. У него немного маны, не страшно. ЖК уберите с рейда. Санта ЖК уберите. Ну, на ДК, наверное. Метки прокируют. Да, нет, он на Бели, все нормально. Давайте это вот лидер. Контроль должен успеть. Замечательно. Я не умер даже, я опять удивлен, честно. Ну тут же не тупые собрались. Пошли дальше. Давай, какой квартал пойдем? Военные, наверное. Самый сложный. Да, пойдем военный квартал. Я чуть не родил. Блять, обидно, что клуб СТА почему-то опять не сделалось. Вечно какие-то проблемы с этим клубом СТА. Кто-то был невнимателен. Может быть, протокаску надо заглянить. Загляни в талант у ДКшника танка. Есть ли у него там отражение заклинания? Нету. Ну, может, у кого-то в талантах что-то есть, не знаю. Я его не... арканов может быть. Может, у нас аркан есть. И... может кто-то клык прочее. У тебя вкачано там сопротивление? Я не помню уже. Эпсмо. Ну это не важно, это не та ачива, за которую мы сюда пришли. И не вкачано, нормально. Так, что мы в три танка пойдем прошпить или что, спекас? Давайте прошли на спекас. Давайте в три пойдем. Да, лучше в три, чтобы проще было. Уходите прочь, пока еще есть время. В кучку трэш собирайте, вас трое, давайте, забирайте с рейда. Топет исчезает, он после телепортации исчезает, что ли? Блока частенько такие проблемы бывают. Да, исчезает после телепортации. По-моему, это у всех так, и у ДК тоже. Пока чисто трэш, я отвлекусь на телефон. Thank you.
стоп, стоим здесь. Петов внимательно уберите. Нет. Так, чё, как? Багаем его, да? Меня слышно, ВК, нет? Да, сейчас слышно. Сейчас, одну секунду. Телегу видите, где все запрыгивают? Туда запрыгивайте все. Короче, тут два варианта. Либо убиваем с телеги, либо убиваем, ну, по тактике. С телеги просто безопасно. Ну, по тактике, в принципе, тоже ничего сложного. Момент один будет. Отличие здесь есть небольшое от десятки. Вот. После убийства босса вот эти куклы, они еще останутся живые. В 25-ке они остаются живые. То есть, соответственно, с телеги не надо спрыгивать, пока не зальем куклу. Нет, можно убить куклу, если хотите подразумеваться. Нужны люди, которые есть... в куклах этих были уже. Есть три человека, кто в куклах умеет сидеть. Да, я умею. Только, как мне объяснили, его надо по куклу пускать босса. То есть по таунтил, побил, и потом следующий с таунтил. Но принимайте решение, либо в куклах бьем, либо бьем в телеге. Ну, давайте в телеге, ё-моё, так безопаснее уже 100%. Чтоб наверняка было. Да и время сэкономим, быстро бьем. Еще выше, Джейн Доут выше. Джейн Доут, запрыгнул выше. Нихуя себе прыгнул. Спекать всего лема, кто может. Короче, парни, только не забудьте, пожалуйста, как босса убьете, не прыгайте вниз, тут еще будут куклы живые, куклы надо тоже забить. Куклы — это тоже элемент босса, когда босс умрет, и если вы от куклы упадете, то засчитается, как вы упали на босса. Мне кажется, пэтов надо тоже убрать. Я видел один случай, когда хант стоял наверху, а босс убил пэта, ханта, и хант умер. Ну, пэтом сагрить, да, его сразу прогнать. Знаю, баг может был это или не баг. Еще раз повторяю, когда убьем босса, пожалуйста, не прыгайте вниз, надо будет залить куклу. Если вы не можете убить босса с данной платформы, просто покрутите там как-нибудь камеру свою, но вниз не спрыгивайте. Кто понял меня, нажимаем сейчас, что вы готовы. Не готов. Друида нет в первой атаке. Друид в первой атаке, вернись. Он написал, что это шоу, да? Давай без него убьем. Я надеюсь, он не спрыгнет вниз. Да, можете, короче, где-то магрить его. Есть что. Ну что там, кто-то будет агрить Петра? Какую-то хуйню еще. Помните, чему я вас учил? Просиливайте рейд, будет урон проходить. Дать рост. Thank you.
Никого нету, да? Убили кто-то? Все, значит, тоже. Ну, это приставка, блин. Так ты считается. Ну, это не бой с боссом, поэтому ничего страшного. На трэш умирать можно. Но не нужно. Сейчас подождите, я пать поделю. Кто у нас хил вообще? Поставьте плюс в чат, я не знаю, кто хил. Ну, пятая пати, понятно. Все пятая, да, больше никого? Есть четвертый казарок. Сеншу шипа есть, но он сейчас в хиле. А хазарак в энхоспек, если зачем нам 10 тысяч хилов? Ну да, давай, Макс, дай. Виталий, давай, в рейд приходи. Давай за звездочкой, сейчас идет вторая группа, четвертая группа. И из хилов идет туда Кенрю, Саншу и Супердру. Вторая, четвертая группа. Саншу, Супердру и Кенрю. Значит, вы стоите вот здесь, звездочки, поставьте здесь шаман, шаман тотем и свою здесь звездочку, пожалуйста, поставьте. Вы все играете тут, ВДК, понятно, играет в центре комнаты. Там попался, но если туда, то Миша, ты с нами идешь.
БДК, ты вот здесь звездочки играешь, короче, ловишь трэш, потом убиваетесь. Я понял. Первая, третья группа, и хилы, которые остались, вы идете вот сюда, в звездочку, сейчас в данный момент встаньте. Первая, третья группа, и хилы, которых я не называл. Чуть-чуть говори, пожалуйста. Да у меня микрофон, короче, такой, я ничего с этим поделать не могу, я вроде громко говорю, а нихуя не слышу. Миш, ты здесь танчишь трэш в центре. Может только, быть, пожалуйста, еще будьте внимательны очень. Так а трудно будет держать трэш. Так бы я в танка еще. А, так я давай, один, Виталий. Давай, конечно, давай, ты. Давай, Виталий, встретись в танках и там помогай ему. Дайте фулбаф еще раз. Тут, пожалуйста, внимательно, трэш будет бить сильно, поэтому я вот попрошу вас, не убивайтесь мобов, пока их не на агре танке. Тёма, ты у нас в комнате, если что там, помогай на пуле и так далее, остальные танки сюда там. Да ловушки, ну как хочешь, можешь развивать, можешь нет. Рит, ты готова? Все готовы, я запускаю. Глупцы, вы сами нашли свою погибель. Все, внимательно сейчас, пожалуйста. Никогда не понять, сколь велика сила, потревоженная вами. Вы сражались отчаянно, думал, чтобы проникнуть в царство Жнеца. Чего? Откуда мол бы буду пойти? Слава, портал поставь на всякий случай. Слава, портал. Ставьте один ретри на сосредоточение. Тёма, назад к нам, там встань. Она может тебя залить? Кому ману залить? Алексей. Кто-то паладину. Я уже залила.
Запилил. Вторая комната, готовьтесь, босса ловить. Ебать, вы его убили уже, нахуй. Я все равно это потом хочу сказать. Со страхом. Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры. Бегите, пока не поздно. Ну что ж, Зелли, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы сотрем их в порошок! Надеюсь, они проживут достаточно... Всегда угорал с этой фразы, мы сотрем их в порошок, блядь. Такая хуйня. Может быть, они облагоразумятся? Ну, я имею в виду, мы сотрем их в порошок, ну, вот имею в виду с боевиков с этих всех, вот таких, не... Типа, ну, какой-то бык на какого-то быка быкует, короче, и такой говорит, сука, мои фразы, ну, я сотру... Частенько в этого американских боевиках. Да-да-да, я тебе сотру фразы. За фак? Или я тебя из-под земли достану, это вообще пизда. Я тебя по стенке размажу. Нет, факом. Три себя расковы. Ну это имидж. Нет, под порошком оказывается нахожусь. Воздействием порошка. Зубного? Дося. Вот это вообще тема. Вот чади мне для стоимости. Бать, мне пиздец. Алло. А у этого варенька из пета воет называется. Сейчас, короче, за звездочкой пойдет там забить и сзади трэш. Давайте его вернем опять трэш. Я у одного ханта видел пэта мохито. Нормально. Сейчас за звездочкой идет первая группа, и из хилов идет Саншу, Тенрю и Супердру. И вы вот здесь остались звездочки. Остальные дальше идите. Здесь играть будете. Стойте тут, я побежал в других поставлю. Вторая группа звездочку бежим. Вторая группа звездочку бежим. Вторая группа. Я просто прикинул, так подошел за ручку, взял и такие пошли паровозиком. Миш, ты здесь танчишь во второй группе, понял?
Стоп, у нас два танка здесь, во второй пати. Почему? Третья группа, за мной сюда бежим, третья группа. А я в какой... где я стою? Я с кем стою? Ты во второй группе. Слева. Третья группа, играйте здесь. Виталик, ты здесь танчишь, в третьей группе. Миш, там без разницы, БДК там, ты потанчишь там, не принципиально. Виталик, ты здесь потанчишь, понял? Конечно. С правой стороны. Угу. Четвертая группа, сейчас идем за мной, и хилы, которых я не называл. Экс Обливиан, и, по-моему, Роджер. Хилы, вы вот здесь, в звездочке, остаетесь. Остальные сюда передвигаются. Короче, я предлагаю так, не делать там никакой нахуй чилы, просто их заливать, передвигаться дальше, заливать остальных и так далее. Там не стопать никакой дамаг, ничего, убили одного, сразу же второго, там третьего, четвертого. Все правильно. Тут у нас кого-то хватает. Я пойду, короче, туда, к первой группе, вы здесь играете. Тут БДК и я в одном месте. Обмена веществ. Белин, где ты, ты говоришь, находишься? ШПшка с четвертой пати, ты если что там, ну, потанчи на себе урон, подержи. Ой, это он возле нас стоит. А почему он возле вас стоит? Мне сказали. Тихо, это самый Привет. Фокус. Ты говорил ДК стоять... у второй группы, а Белин где танчит? Ну там с Белином, без разницы, кто из них будет танчить, здесь РДДшки потанчат, там два танка нужны. Но можно спихнуть Виталию, допустим, из Редрика, и Белина на место Виталия поставить. А, они просто удивляются, почему тут два танка стоит, там что-то таунтить надо или что? Не, не надо. Ну давайте спихнуть Виталию в Редрика, а ты тогда, Миш, иди на место Виталия. А где Виталий? Где Виталий? Стой, не беги, сначала узнай, Виталий, где. С правой стороны Виталий стоит. Он справа стоит, Виталий. А ты не туда побежал. Вон там он стоит. Раз он в четвертой пати, то он стоит вот здесь, вот где я сейчас тыкну. С четвертой пати. Там хилы по РНЖ сами определяйте, чтобы доставали до всех. Мы сейчас стопать не будем, просто зальем и дальше пойдем. Другие третья патия, я все сделаю. Подростом будем делать? Да, я думаю, да, наверное. Хотя и взрослый нужен. Давай подростом, наверное, похуй, там же потом другой квартал как очистим, все откатится. Там рост сам, как посчитаешь нужным, давай так, давай. Собой ждем с третьей пати и начинаем. Теоретик завязывай, покажите. Я тут, я тут. У меня второй экран просто. Все, блядь, Белина нет. Миш, ты тут, нет? Да-да-да, тут. Все, блядь. Ну, забыли, какая. Все, дальше двигаемся, помогаем. Было зря!
сзади, сзади босса, сзади платформы телепорт, туда же ходите. Килтузет сдох и базарит, да? Да, да. Чистите пока трэш, я пойду недолго. Прицеплюсь, и Тём, на тебя приплюсь. Тёма, ты чё потерял нас всех? Смотри, там вагон сзади прицепился. Так получилось. Вы же перепрыгиваете, чтобы не терять там ману и так далее. Жизнь. Не убегайте туда, пожалуйста, не убегайте, встаньте вот звездочки все. Будем стоять здесь. Я предлагаю не резоне вообще не бить босса, а играть везде. Тут РДДшки заливают. Проблема в том, периодически босс будет агриться на того, кто находится второй по агрессу. То есть, ну, если это будет не резона играть, то однозначно будет какой-то нимб. А если он пойдет в РДД зону, то есть, ну, успеет среагировать, станкить его, поэтому будем играть все звездочки. Убить босса РДДшки. Смотри, БДК будешь танчить босса, держать его будешь тут. Ну и так, будь внимателен, если он пойдет там в сторону РДД, чтобы среагировал с танком. Да он не пойдет. Ну, мало ли. Остальные все вот играют звездочки, где шаманы постоянно стоят. Здесь. Сейчас я чекну на присутствие. Там еще что не хватает, и у нас не готов рис четвертый патер. Еще раз чеха. А пока не пытается качать. Блин, шаман у нас красный, я не знаю, вот не вижу, он здесь стоит куча или нет. Если куча, то можно без него, пока ничего куча страшного. Посмотрите, помри, он здесь куча стоит или нет. У меня карта просто забагалась, я не вижу ничего на карте. Слава, чекни, пожалуйста, помри, шаман, но здесь с нами куча стоит или нет. Ну, а нафига ж, как бы, ну, без него захилят. Кто фукашит? Тенрю. Вроде все приняли готовность к экспонации. Ладно, давай БДК веди босса. Ставь куда я тебе говорил. Там же шипыки его ход кидать. По боку да беги, так чтоб слизи дамаг не получать.
Все, ну или ты просто можете сходить покурить, там, не знаю, что-нибудь еще сделать. Чай поставить. А чё серый такое? Чё ты бить не хочешь? Чё? Эй, Серёга. Ага, я понял. Сука, как какой-нибудь рейд, мне постоянно начинает всё названивать. Передвигайтесь по краю, чтобы не получать от лизинга мат, который берет. Тут тупой, тот сдохнет, да? Ну, мой пет тупой, но он не сдох. Короче, тут надо заверить всю комнату, слетать трэш. Они тоже вот там, я сейчас перейду, сменяю, остановите его, пожалуйста. Какая у них борода, да? Если есть борода... Хочешь себе такое? Скажу тебе да. А броды нет, то и нет мой ответ, блин. БДК знаешь, да, как комбаса выйдет? Да. Да. Миша, ты останься, короче, в танке на слизнах будешь. Ну, слизни куда-нибудь подальше от рейда уводи. Все остальные филы, РДД играют звездочки. Пивайтесь, там пока босс не пришел. Рыбу поесть. Оксана, он рыбу, по-моему, поставил. Вяленые? Вяленые. Не, я только копченый ел. Что-то мне подсказывает, что мы один хуй не сделаем этого чипка. Но без этого бессмертно. Сделаем. Я очень надеюсь, на самом деле, на это не. Какую ачивку ты знаешь? Immortal. Какую? Бессмертно. БДК лови, короче, ставь туда на решетку. Сюда. Какую ачивку мы делаем? Остальные звездочки, пожалуйста, играть, ну кроме НДДшка.
А, бессмертный, так это просто не сдохнуть. Забыл сказать, будет кидаться чума на игрока на одного, выбегите с рейда, знакомый. Альтея. Все, по-моему, все обеспелится. Зелон. Зелон, выбейте. Зоны, блядь, выбили. Это босс уже убитый, да? Чё? Что-то не целка от вас, блядь. Где там по 3 минуты бьется босс? Ну а хули ты хотел? Первый пачкать. Не, первый, по-моему. Во втором начале, да, вышло. Осторожно, не упадите, сейчас надо будет по трубке пройти аккуратно. Да, смотрите, идите в звездочки, еще череп поставлю на себя. Кто тупой, в метках ходите. У кого-то. Я знал. Слушай, как я люблю заслать. А, да, да, да. Давайте. Кто дурачок, без грамм. Они упадут. Сейчас смотрите. Бать, прикинь, сам упаду. Аккуратненько двигайтесь. Пожалуйста, на край трубы бегите и останавливайтесь. Валивайтесь на краю трубы вниз. Смотри, надо, фокус забыл добавить. Я вас умоляю. Я за ручку проведу, вот, шагом, все правильно. По левой стороне трубы дырка, туда тоже падать не надо. Да. Сейчас я добегу, посмотрю на вас. Давай. Это знаешь, как в Индиана Джонсе, короче, шаг через пропасть, блядь. Виталь, давай тоже в танке, короче. А, прыжок. А, что ли? Виталь, в танк давай тоже спекайся, с Мишей будет идти зомби держать. Хорошо. Ебать, тут такая дырка, я чуть не споткнулся. Если бы такая тебе за дырка. Кто на БДК? Это Вуди на БДК? Нет, это. А я это маны не могу попить. Нет.